В Адыгейхабльском районе проживает более 15 тысяч человек. Согласно плану вакцинации, предполагалось, что прививку от коронавируса должны сделать 60% от взрослого населения муниципалитета, или 9,5 тысяч человек. На сегодняшний день медикам удалось перевыполнить этот план. Вакцинировали всех, в том числе жителей района, которым 60+. Количество их должны были провакцинировать 1968. На сегодня мы провакцинировали всех 100%. Вначале, конечно, было тяжело после той информации, которая выложена в соцсетях, которая представляет из себя этот материал, антирекламу против вакцинации. Естественно, объяснять людям было тяжело. Но вот сейчас, на данный момент, люди уже сами поняли, что надо вакцинироваться. Выход из этой создавшейся ситуации – только вакцинация. Люди уже идут с пониманием. Не последнюю роль в этом сыграли сами медики, которые на собственном примере показывали важность и безопасность вакцинации. Та же исполняющая обязанности главврача Адыгейхабльской ЦРБ вакцинировалась трижды в местной поликлинике. Сделала прививку и участковый терапевт Лина Кубанова. В этом медучреждении она работает с лета 2021 года. Как признается специалист, она не ожидала, что местные жители с такой ответственностью отнесутся к вакцинации. Но была этому очень рада. Каждый день, вот сегодня с утра, очень много народу было. И так каждый день, все это время, вот с тех пор, как я работаю, вакцинация идет ежедневно, семьями идут, с работы целые, там огромное количество людей вот с места работы посылают, из дома семьями, в общем, идут. Несмотря на достигнутые успехи, прививочная кампания в районе продолжается. Только теперь задача достигнуть поставленной премьер-министром Михаилом Мишустиным цели коллективного иммунитета 80% от взрослого населения. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Архыз 24.